Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В сети появились слухи, что проект на Сейшельской площадке расширяется. Там строятся еще 3 новых виллы. Лиза Триандафилиди расстраивается из-за того, что Рома Гриценко оставил комментарий на странице Лилии Читрару в Инстаграм. Рома написал, что Лиля самая красивая девушка на Земле. Рома говорит, что он написал это в поддержку девушки и понимает, что поступил не очень красиво. Ну а в реальном времени Лиза Триандафилиди уже находится в Москве. Стилист Ольги Орловой опубликовал совместное фото с ней. Марина Африкантова и Рома Гриценко заявили о том, что они троюродный брат с сестрой. Непонятно, шутка ли это, но ребята действительно чем-то похожи. Африкантова сдружилась с Олесей Клочко. Девушки обнаружили, что у них много общего, они близки по духу. Саша Черно продолжает ревновать Иосифа Оганесяна к Маше Кахно. Саша оттаскала Машу за волосы, чтобы та не лезла в их отношения. После драки у Кахно начались проблемы со здоровьем. Теперь у меня болит шея, постоянное головокружение, немеют пальцы. Ребята на поляне недовольны тем, что Маша ведет себя на кухне как свинья. Они повесили высмеивающий ее плакат. Эта тема была продолжена и на ток-шоу в городских квартирах. Кахно пришлось взять на руки откормленного поросенка. Все это завершилось новым позором для Маши. Маша начала оправдываться, что она не свинья, как привыкли ее выставлять участники. Но тут Влад Кадони подметил и о чем сообщил всем остальным, что у свиньи встал на нее, чего нельзя сказать о мужчинах Дома-2. Недавно на проект приезжала мама Захара Соленко. Она не гордится участием сына в реалити-шоу, считает, что многие его поступки позорят всю семью. Захар повел себя очень некрасиво, забыв о камерах, он наорал на родную мать и потребовал от нее забрать свои слова обратно. Майя Донцова пытается загладить свою вину и вернуть Алексея Купина. Девушка устроила ему свидание. Алексей же сказал, что Майя стала ему чужой и их отношения уже не спасти. Новенький Денис Ковалев попытался дать участникам небольшой урок русского языка и исправить основные ошибки в их речи. Ребята его высмеяли и скинули в бассейн. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров отметили полгода отношений. Юлия устроила своему мужчине романтический сюрприз – полет на воздушном шаре. И, видимо, в честь этой даты ребята устроили первую серьезную совместную фотосессию. Ксения Бородина вместе с мужем и двумя дочерями отдыхает в Турции. Восторг у фанатов вызвали кадры, на которых Ксения не накрашена. Она выглядит юной, свежей, и такой естественной красоте можно только позавидовать. Саша Задойнов опровергает информацию о том, что девушка Лена на этом снимке его новая возлюбленная. Журнал «Дом-2» дал непроверенную информацию, они просто вели мероприятие вместе. Андрей Черкасов выложил коллаж, чтобы подписчики посмотрели, как изменились он и Ольга Бузова за последние 10 лет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.